Грузию. Я приехал в 2003 году. Но сначала не знал, что это за страна. Просто священник оттуда приехал в Польшу и пригласил меня. И на самом деле я рискнул. Хотел стать отчельником, но получилось так, что подумал, жизнь одна, давай еще поедем в Грузию. И пока сижу здесь, уже 7-й год идет. Как это было? Ну, сначала, когда я приехал, 8 дней вот в этом приходе жил. Потом поехал в Самсхе Джавахэти, в Вале. Там где-то 1,5 недели прожил. Ну и в одной из деревень были службы. Я уже провел одну, а потом помню, сидел на хоре в церкви, думал, ли я святым стану здесь, или депрессия будет, потому что мне казалось, такая беда вообще здесь, камни, один цвет всего, песок, камни, ничего больше. Так ходил бедный. Чуть учился грузинского языка, где-то месяц-полтора, где-то будет в Тбилиси. И потом уже отправили меня в деревни, в Самсхе Джавахэти. Для меня это было очень интересно, потому что свет каждый второй вечер только приходит такой желтый, как, не знаю, почти как апельсина, не? Ну, такой свет. И кроме этого, чего-то еще не было. Но грязь везде была. Грязь. За водой мы ходили, это ведро, банька, не знаю, что-то было. Тоже еще не было, с водой проблема была. Кроме этого, печка, ну что-то не так было сделано, и печка работала, пол дома обогревала, а пол нет. Так смешно было, не? Мы потом топили отдельно другую печку, какую там на дерево. Знаю, что когда я спал, что я помню, что что-то бегало по мне. Это мыши были, наверное, крысы нет, думаю. Ночью чувствую, что-то лезет, бегает, сбрасывал это все, опять лезет. Но это было сначала. И мне так, честно говоря, нравилось. Для меня, как для человека из Европы, но супер. Супер, просто в Польше невозможно, чтобы я имел такие условия. А мне, ну, а здесь есть, и мне понравилось очень. Что касается работы, ну, моя работа в Грузии простая. Я пытаюсь в первую очередь жить Евангелию, не? Жить и проповедовать своей жизнью и своими словами. В первую очередь людям дать время, да и времени много надо. А если что-то остается, пытаюсь тоже чуть за собой ухаживать. Спорт. Иногда бегаю, иногда, но в основном тренажерный зал. Заходите, пожалуйста. Ну, здесь чудо это. И обычно до 3 раза в неделю у меня тренировка и упражняюсь. Ой, как хорошо! Два года работал я в Адыгейском районе, потом 2 года в Вале, было Вале, Ахальцихе и Лита Борджони. Вообще в Самсхе Джавахэти люди из деревни летом выходят и живут в горах аж до зимы. И так привык ходить по горам, не? Хоть я такой большой, но любил ходить раньше. А сейчас времени нету, потому что после 4 лет в Самсхе Джавахэти уже епископ попросил меня, чтобы я сюда приехал, в Тбилиси. И здесь в нашем приходе святых Петра и Павла работаю. Ну и здесь какая работа? Как нормального священника. Службы, катехизация, встречи с людьми. Кроме этого, ездим в Кахетю тоже, каждый четверг. Там тоже имеем 4 деревни. Тоже им служим. Мы католики римского обряда, и наша литургия везде в мире, это есть одно и то же. Просто другой язык может быть, но одно и то же. Обозначает, здесь разниц нету. Разница есть еще в традициях, потому что мы поляки, например, и мы имеем такие свои традиции, что в Польше, когда уже первая звезда появится, это вечер есть, мы молимся, слушаем Евангелие, один человек читает,
И потом имеем такой специальный ужин. Хлебом таким тонким, специальным, чистым. И передаем себе желания. Если кто против кому что-то имел, это прощаем друг другу. Не? И так получается. Песни поем на Рождество уже. И уже так начинаем праздновать. Потом в 12 ночью есть святая месса уже. Елка это не обязанность, но это есть как традиция. Как традиция, даже если не будет никакой елки, не будет ничего, это есть только традиция. Главное это есть присутствовать в этих мистериях, которые Христос совершал и в его жизни. А елка это есть добавка. А здесь просто, кто не знает, что мы существуем в Грузии, там даже не знает, что мы собрались на службу ночью, проводили службу, не? Но звезда возле церкви, как такой знак праздника, не? Знаем, что город тоже украшивается уже потихоньку, но он на праздник православной церкви. Обозначает, кто не знает, что мы здесь находимся, это вообще не поймет ничего, что у нас праздник. Вот так. Спокойно, не кричим вокруг, нормально живем и делаем, вот так.